Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я веду несколько видеоблогов. Один раз я даже чуть не стал или стал на несколько дней звездой Ютуба. Но разговор не об этом, а разговор о том, что этот видео я снимаю для видеоблога Михаила Портнова под названием Silicon Valley Voice, который есть очень интересный, я его подписчик уже около 5 лет. Вот, темы очень интересные, близки мне. Одно из занятий, которым я занимаюсь, немного напоминает тестирование. Кроме этого, я хочу снять 2 видеоролика, которые являются тоже одними из моих увлечений и занятий. Ну, прошу не судить строго, приятного просмотра и поехали! Большая работа начинается с большого перекура. Оп, первый пошел. Петя пена, пивопенная будет морда. Ого. Да. Ну так вот. Сейчас все не начнется. Как мы строили дом? В этом доме сначала заливали фундамент. Вот. В этом доме даже мышей нету. Коты рыбу не едят традиционно. Вот. Аисты летают. Начинался фундамент. А что коты едят? Коты едят мышек, мышек. Ловит мышек, подбрасывает, открывает рот, мыша падает прямо внутрь и все, и глотнул. Вот. Мы строили дом по уровню. Все по уровню. Вот я можно... помню, ключевая фраза, все по уровню. По уровню, да. Можно посмотреть четко. Булечка, вот она по центру. Вот. Причем так как кирпичи ложили, никто не кладет. Нет. Водяной уровень. Водяной уровень. Дедовский метод. Начинали с фундамента. Дальше. Следующий год пошла тема. Стены. Следующий год пошла тема стены. Следующий год там на втором этаже делали крышу. Вот. В этом году делаем потолок, стяжку, ложим пол, делаем лежанку, растапливаем осенью и греем одно мягкое место, спину. Нифига себе. Вот. Можно пойти посмотреть. Но там еще чем хорошо лежанка, что энергонезависимость от братского, конечно, народа. Древесек набросал, лес рядом, можно посмотреть в окно, лес. А, кстати, лес, да. Видно, его видно очень близко, лес. Да, класс. Он какой-то километр, миля. Миля, миля. Миля, да. Майл. Вот это у нас будет дымоход. Так что мы начнем по этому с 2-го этажа. Подъем по лестнице. Я вас продолжаю. Поднебесное. Все пока на грани опасности. Мы выходим на 2-й этаж. Что мы видим? Этаж великолепный. Площадь 192 квадрата всего лишь. Вот. Здесь будет одна комната большущая, там 2-я комната. Там и там окошко есть. Чердачное помещение. Чем оно особенное? Вот повернемся, пожалуйста, сюда. Пройдем в угол, вот сейчас, самый угол. Здесь есть выход. Вот если посмотреть, можно выйти. А, вот так. Вот, оттуда. Там будет дверь, окошко. Еще одна особенность этого дома, что здесь живут ос. Люди. Вот если подойти в самый угол, настроить камеру прямо аж под угол дома и не шевелить, ты увидишь, какой крупный живет ос. Шмел. Шмел пишет это с мягким капец. Знаком. А какие без мягкого? Слова пришел и ушел, мягкий знак тоже напишет. И хохоль. Хохоль тоже. Да, убежали и пробежали. Soul Mall пишется с мягким знаком. Понятно. Там ос. Ос. Заодно прошли, как говорится, правила. Идем. Этого. Этаж, будет... Грамматику, грамматику. Ух, ничего себе, этого еще холл. Не видел. Это холл. Балкон, там будет балкон. Рамы мы с Сашей уже снесли. С 25-го этажа мы снесли раму. С 21-го этажа мы снесли вручную.
раму. Вот. Но ее еще нет туда, да? Ну, мы поставим. А сколько квадратов балкон получается? Тоже я где-то думаю, не меньше, чем 15, да? Я думаю, что не меньше. Не, ну 15-20. Здесь у нас... Так, аккуратно. Идиот. Где идиот? Терраса. Терраса. Так, терраса, аккуратно. Чтобы видно было, как зайцы бегают. Там вот по лугу кучами зайцев очень много прыгают, скачут. Я не охотник, я их не ловлю. И их столько уже здесь развелось. Даже кот погнал был зайца один день. Мы там все смеялись. А что это за будка, кстати? Ну, а там мы живем в этой охотничья будке. Будка, да, там, охотник, на медведей, да? Эти? На медведя. Там гусел ходит, аист, он же журавль еще. Ну, терраса на весь дом. Да. Можем сюда посмотреть. Тут видно на соседей. У них виноградники видно есть. А, то есть можно увидеть, когда сосед уходит из дома и тихонечко и пойти к винограднику. Ну, если ты любишь виноград, не боись пчел. Ибо там улики, там наставлена уликов масса. Вот. И там пчел летает. Понятно. Ос не летает, а пчел летает. То есть это временные такие строения такие? Это вроде? Да, это будет евро-окно, заказанное в Америке. Ну, евро-окно из Америки. Вот это интересно. Ключевая фраза. Новый вид окна. Хорошо, с вторым этажем понятно. Вот тут так, вот так. Криша. Криша, ясно. Дядя Гриша делал кришу. Так, давай, выходи. Я выхожу, я из лесу выслал, сразу ушел. Вот крутая дверь китайского происхождения. Она чем особенность? Легенькая, можно ее всеми тремя пальцами расшатать. Пожалуйста, пробивается легким движением руки. Но есть глазок крутой. И что еще круче? Здесь есть защелка. Когда ты с дамой, никто не сможет зайти, даже жена. Вот у нас крутая заводская дверь, киевский завод «Буревестник». Это мы поднимали вчетвером, еле подняли. Броня отлично закрывается, мультлок. То есть это можно на расстоянии? На расстоянии можно, да. Вот. Вот вам Бога, вот порог. Это. Но мы сегодня тут будем заливать, я так понял. Попробуем, да? Там залить, да. А, вот здесь, да? Сегодня вот. Мы тут здесь будем заливать. Вот. А вот это, скажи, важно, что кто эту штуку тут, кто тут копал яму на 2 метра? Копал, кто такой вот, талантливый человек, мы не будем показывать пальцем. Если подумать, что это такое, его можно назвать одним словом. Заземление. Слово длинное, но правильное. Будет подведен электрический ток к дому и средний... Желтый кабель будет именно взят за заземление. Но и без фамилии не будем называть имя, да, этого талантливого человека, который мой за камерой. Мой друг художник и поэт, вот он выкопал, он выкопал яму 2 на 2 на 3,5 метра. Ибо он, покажите, покажите мне. Мой друг художник и поэт, дождливый вечер на стекле, мою любовь нарисовал. Того, кто это делал. Вот. Сборная Украины чемпион. Вот. Копалась яма, конструкция металлическая, такая решетка с прутами в палец, закапала 3,5 метра, выведен на пластину. Какие требования к заземлению? Заземление, оно спасает от перенапряжения в доме, от замыкания, ну, да, спасает людей, и громоотвод тоже туда идет. Крыш... А требования там сколько там, ты говорил? Ампер. Там 4 идет, не ампера, а ома. Ома, да. 3,5-4 ома, оно должно быть выдержано. Мы мерили. То есть проверяли уже все. Да. На коту это проверяли, ничего, он живой. Который. То есть он 4 ома выдерживает. 4 ома выдерживает, да. Хорошо. Да. Ну так вкратце покажем, что тут у нас еще не обжитая территория, но очень красиво тут цветы. Короче, да. Что тут у нас? Шикарная иномарка наша. Иномарка, она вот помогает строить дом. Да. Кирпич возит, доску. Это временное бывшее жилище. Да, у нас баклажаны вот круглые растут. Вот если посмотреть, какие здесь баклажаны. Заморские. Возле клубники, да, вот видите, кругленькие какие. У нас такие вот баклажаны. Кружки растут. Так, ну и что, вид, надо вид этого, как его? Общий вид. О, который... вот такой. Ну, он еще не доделан. А так, кстати, наверху у нас нагревается. Простите, бочка, это называется летний душ. Летний душ. Приспособление, которое без помощи электрики в течение нескольких часов уже получаем теплую воду. Это новинка, да, этих там, по-моему, силиконовой долины нашли, да? Да. Новинка айтишников. Долина вся из силикона. Так, ну что, покажем еще вид отсюда.
А, самое главное, слышишь, Лень? Да, вижу. Сколько это все обошлось финансово? По-моему, тысячи сколько? $3? Я думаю, что не очень дорого. Вот. Потому что делалось почти все своими почти руками. Все, да, ведет любимая жена, Любовь Владимировна. Да. Вот, она вон посадила и огурчики. Я только вот виноградик посадил. Вот. И ты вот это все почти своими руками. Своими. Я там иногда что-то бегал, помогал. Там друзья некоторые. Фундамент. Крышу единственное, что кто-то профессионалы делали, да? Ну, крышу я метал сам. И а вот крышу, это... кстати, сколько денег обошлось? Дали 2000 гривен. За работу? Да. Нифига себе. За все. Ну, тут отсюда невозможно видеть. Но что за материал? Ну, это металлопрофиль. На деревянных основаниях идут металлические брусы, через каждые 60 сантиметров. Вот. И получается довольно ровная крыша. Кот нас везде сопровождает, ибо это кот. Он и в Африке кот, поэтому кот на кот. Вот. Ну, говорят, когда построил дом, то должен... Что у нас? Кота надо пустить в дом. Да. Пошел ловить мышек. На охоте. Я не вижу тут. Кот на охоте. В кадр не попадает. Может как? Где сюда? Вот он сказал, да. Да, на охоте. Ну что, так обзор сделали, в принципе. Обзор сделали. Что все у нас, в принципе, в стадии работы, но... Ну, если так по цене, сколько это могло обойтись? 20 тысяч где-то долларов, да? Доллар. Это сколько и квадратов? Очень интересный момент. Думал, заяц тоже кот оказался. А, ну да. И сколько это квадратов тут в общем? 192. 192. Гараж в доме по американскому варианту. У них тоже ставят. А, кстати, гараж мы не посмотрели. Да. Мышка. Гараж и душ мы же не глянули, да? Да. Можно посмотреть гараж. Можно будет заезжать. Ну, тут темновато, конечно. А, не, нормально. Сколько квадратов гараж у нас? На одну машину, ну, да? 6 на 4, да. Одна машина можно там ставить под навесом. Да, одна машина. 6 на 4, это получается 24, да? Да. Квадратных метра. Да. Так, а ну душ, у нас душ тоже только... А, тут вообще совсем темно. Там, да, так, ну, тут не, может, два туалета. Включи свет, да? Не, давай, давай снимает, снимает так. Я могу включить, если хочешь. Да не надо. Видно, да? Да, тут видно, хорошая камера. Камера отличная. В общем, пока тут еще работа, не початый край. Ну, потолочек, но... подошвем будет потолочек. В общем, вот такие вот у нас почти в Киеве дом. Да. Всего лишь за небольшие деньги. Своими 40 силами. 40 километров, я считаю, Киева это небольшое. 40 километров. Отлично. Ну, вот. У нас кукурузка варится. Да. Полным ходом. В общем, друзья, вот такая информация для вас. Очень даже. Если досмотрели до конца, ставим лайки. Лайки, или... Это. Все, пока. Виконує дует Ізабела. Ізя і Бела. Імпровізації. Декабрь, январь и февраль.